Новые технологии ближе, чем кажется. В инжиниринговом центре Ивановского политехнического университета представили проекты по производству и продаже кастомной одежды. Например, сейчас находится в разработке IT-платформа Крибанк. Планируется, что этот портал будет охватывать все виды промышленности и позволит покупателю заказать и получить уникальный продукт, который он захочет. В частности, одежду на любой размер и вкус. Опять-таки, какие возможности дает для этого программа? Она дает возможность найти для себя портного, ателье или компанию-разработчика, или швейную компанию, или производителя в другой отрасли, в любой точке мира. И оттуда заказать для себя индивидуальный товар и получить его так же, как мы получаем сейчас готовые вещи, покупая их в интернет-магазинах. Разработку информационной платформы надеются завершить через год. Создатели признаются, моделирование одежды – одно из самых сложных направлений. Индивидуальный пошив требует точных мерок, а снятых дома обыкновенной сантиметровой ленты недостаточно. И этот вопрос, как оказалось, вполне решаем. На мероприятии представили высокотехнологичный 3D-сканер. Опробовать чудо техники вызвался ректор политехнического университета. 16 секунд идет вращение на столике. Главное замереть. Угу. Я скажу, когда все закончится. За каких-то 18 секунд сканер предельно точно определяет все параметры фигуры и создает 3D-модель, которую потом можно использовать для пошива. Предполагается, что со временем такими сканерами смогут пользоваться все желающие. Я считаю, что это действительно может быть неким прорывом. Потому что мы планируем ставить эти сканеры в торговых центрах, чтобы человек пришел, снял с себя размеры, дальше уже придя домой, мог, используя эти мерки, выбрать, например, одежду, либо что-то заказать. По словам специалистов, эти вещи на заказ будут стоить не дороже, чем в ателье или интернет-магазине, а возможно и дешевле, поскольку исчезнут затраты на аренду помещений и использование других ресурсов. И может быть, в скором будущем любой человек сможет воспользоваться услугами ателье, не выходя из дома. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.